Лондон начнет процедуру выхода из Евросоюза 29 марта. В понедельник британский постпредприезд Тим Барроу уведомил об этом Брюссель. В Евросоюзе установление конкретной даты запуска Брексита восприняли с удовлетворением. Референдум о выходе британцы провели еще в июне прошлого года, но до сих пор не предприняли конкретных шагов. Прошло уже много времени, говорит министр финансов Франции Мишель Сапен. Думаю, что британским властям нужно было подготовиться. Но вот, наконец, мы дошли до сути проблемы и надеюсь, что стороны подойдут к ее решению конструктивно. Задержка была в основном связана с проволочками в британском парламенте. Лишь на прошлой неделе обе палаты законодательного органа утвердили соответствующий документ, уполномочив премьер-министра Терезу Мэй реализовать Брексит. Во время своей поездки в Уэльс в понедельник Мэй пообещала привести в исполнение принятое решение на выгодных для Лондона условиях. Я наметила перед собой четкие цели, в числе которых и договор о свободной торговле, а также сотрудничество по вопросам безопасности, основа основ нашей деятельности. Мы будем вести интенсивные переговоры, чтобы добиться того, за что голосовали британцы. Чтобы ответить на запрос Лондона, через 4-6 недель после 29 марта соберется саммит Евросоюза. Если все пойдет по плану и отклонения от официального двухлетнего графика переговоров не будет, то Брексит произойдет в марте 2019 года.